На месте аварии работают две бригады, несколько единиц техники. На проспекте Комсомольский 106 устраняют последствия повреждения теплосети, которое выявили аварийно-ремонтные службы СГК. Из-за повреждения у части жителей в Центральном и Октябрьском районах была прекращена подача горячей воды и отопления. 62 многоквартирных дома, 26 частных домов, детский сад, 4 школы и 33 административных учреждения. В 9:30 обнаружили провал вот здесь между Комсомольский 106 по адресу на проезжей части. Приняли решение отключить участок 21 магистрали. Диагностический центр, больницу скорой помощи переключили с резервной магистрали. Пока остальные вот 62 дома остаются без тепла, к сожалению. Специалистам удалось вскрыть предполагаемое место повреждения. На устранение аварии может понадобиться 5-6 часов. На месте сегодня работает и администрация города. Администрация города и администрация районов осуществляют контроль, осуществляют взаимодействие с управляющими компаниями, с руководителями объектов, те, которые попали на сегодняшний день под отключение, по контролю температурного режима на этих объектах, ну и по последующему запуску этих объектов после устранения Барнаульской теплосетевой компании аварийной ситуации. Добавим, что жители, в чьих домах временно прекращена подача отопления и горячей воды, могут оперативно уточнять интересующую информацию в диспетчерской службе СГК. Номер телефона вы видите на своих экранах. Ирина Корчагина, «День с толком».